Мне придется выкинуть 80% одежды, потому что я переезжаю и тащить туда лишнюю не хочу. Поэтому это вторая часть расхламления моего гардероба. Не знаю, что делать с этой кофтой-рубашкой. Покупала ее за 14 тысяч, и мне кажется, она детская на мои 27 лет не тянет. Пишите, носили бы такую. Все эти кепки тоже выкидываю. Раньше у меня был sports tee. Оставляю себе эту базу точно, и серый костюм тоже мне пригодится для мероприятий, на которые я, конечно же, не хожу. Все вешалки поедут со мной. Пляжная сумка, рубашка, юбка, все берем. А вот все сумки с ними прощаюсь. Оставляю себе только дорогие брендовые. Из кепок возьму белую, а эти шмотки были куплены для съемки. В итоге съемку проводила другую, поэтому тоже выкидываем. Этот Black Cobras сейчас любимый, оставляем. От книг надо избавиться точно, потому что их очень много. Я оставлю одну, которую не успела прочитать. И куда я без Дайсона? Все штуки для волос, все забираю. Посмотрите, сколько мешков я собрала. Жесть, просто как много. Пишите, что по вашему мнению выкидывать.